бронеавтомобиль – специальный автомобиль, оснащенный броней и пулеметным или пушечным вооружением. Его история началась с бронированных карет, которые появились в XIX веке у первых лиц государств. Так Александр II после серии покушений на него приказал обшить императорскую карету металлическими листами. Уже в 20-м столетии на смену бронированным каретам пришли бронеавтомобили. Английский инженер Фредерик Симс продемонстрировал машину, которую он назвал «моторным военным вагоном». Конструкция представляла собой броневой корпус, внешне напоминавший корпус военного корабля. На автомобиле было установлено два пулемета, закрытых щитами. Для наблюдения за полем боя использовался перископ. Толщина брони составляла 6 мм. В 1904 году Михаил Накашидзе разработал проект первого российского бронеавтомобиля. Это была машина, вооруженная 8-миллиметровым пулеметом. Еще один запасной пулемет возили в кузове. Броня представляла собой сплав хрома и никеля и надежно защищала экипаж. Кроме этого, Накашидзе применил еще одно новшество – обрезиненные стальные диски с бронированными колпаками вместо стальных колес. Бум производства бронеавтомобилей пришелся на Первую мировую. Так, к началу 1917 года на вооружении российской армии стояло около 400 бронемашин. В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе также активно производились броневики на базе грузовиков и автомобилей высокой проходимости. После Второй мировой войны пушечные бронеавтомобили были заменены на бронетранспортеры и бронированные разведывательно-дозорные машины. В 21 веке в России и некоторых других странах наблюдается новая волна интереса к броневикам. Однако современные бронеавтомобили зачастую являются вариантами колесных бронетранспортеров и поэтому не поддаются четкой классификации.